Смотрите, в чем дело. Где мы сейчас находимся? Мы находимся в деревне Барвиха. Сейчас время 7 часов. Без 5 минут 11. 9 мая 1918 года. Все то, что происходило с вами до этого, то, что вы думали когда-то, о чем вы всегда втайне мечтали, все решится буквально через несколько дней. О чем я говорю? Мы начинаем большое общее дело, которое захватит всю планету Земля, даст справедливый, безопасный мир для всех, а не для избранных. Вообще для всех. О чем всегда все мечтали вообще, и русские люди настоящие, они мечтали о справедливости. Наконец-то технологически это стало возможным. И вот буквально через несколько дней мы начнем это делать. Мы начнем строить соборную социальную систему России. Абсолютно новый интернет. Абсолютно новые отношения с полной свободой, с отсутствием денег, каких-то обязательств. Обременений. Это будет это счастье. Давайте выпьем за это. Будьте здоровы с 9 мая. За победу.